Посидеть, посмотреть на закат или рассвет, просто голубое небо, лес вдали или березовую рощу. Что может быть лучше? Наверное, то, что некоторые из нас, вдохновляясь такой красотой, меняют вокруг себя все. Свою работу, увлечения, да и, наверное, самих себя тоже. У Марины с мужем это получилось. Мы приезжие, мы с России приехали. Я приехала в 6 классе, училась, в 16 школе, под Нижнего Новгорода. Тогда это был Горький. Вот, а муж с Подмосковья. И мы, ностальгируя по березам, вот он занимался росписью по бересте, увлекался. И я с ним тоже. Нравилось мне очень, когда он эти березки расписывает. Супруг Марины настолько увлек ее, что она тоже пробовала рисовать. Сначала без его помощи, но он был рядом. Говорит, пока он что-то рассказывал, а человек он был достаточно начитанный, Марина просто прирастала к этому делу. Правду говорят, что если ты тратишь все свое свободное время на увлечение, чтобы родственники не заметили твоего постоянного отсутствия, привлеки их к своей работе. И муж Марины так и сделал. Это пришло к нам тогда, когда мы поехали к его крестной в Москву и увидели там такие работы. Он так загорелся, и мне тоже так понравилось. И вот мы вместе начали делать. Я ему помогала, восторгалась. Он все еще говорит, ну вот какой я кустарщик. Я говорю, нет, ты художник. Я его хвалила. Вот. А потом, когда уже увидели готовые его картины, и всем другим людям, тоже нашим друзьям и близким, понравилось. Супруг Марины раскрашивал бересту черно-белыми красками, иногда использовал немного коричневого. Считал, что так он не испортит естество материала. И даже когда его просили нарисовать цветную картину в подарок, он отказывал. И Марина долгое время его в этом поддерживала. С мужем они прожили 28 лет. Сейчас она с юмором вспоминает их первое знакомство. Тогда они еще оба работали на ХБК. Она была заместителем комсорга, он спортсмен. И в один из слетов она позвонила ему и пригласила поучаствовать в забеге. На следующее утро увидела, он задержался тогда и не пришел со всеми вместе. Вдруг выходит с палатки, сидит такой ленивый, надо бежать. Ну, я обратила внимание, а он тоже обратил внимание, и мы поговорили. Поговорили, после этого побежали командным забегом. А у меня так разболелась голова, я уже не могу бежать, а он бежит сзади меня и говорит, «Перепелочка, ты что, устала?» Я говорю, «Да, не могу уже бежать, а надо же команде выиграть». И он так сел на корточки и говорит, садись мне на шею. Ну, я как села вот ему на шею и так 28 лет сидела. После смерти супруга Марина долго не могла прийти в себя. Оборвалась жизнь любимого человека, который был всем для нее. Долгое время состояние истерики, паники не покидало ее. Прошел год. Но даже сейчас в глазах Марины тоска. А память все еще не дает забыть ту боль и утрату. Когда уже его не стало, так как он год назад умер, мне захотелось самой тоже продолжать это делать. Мне нравится вот эта тишина, вот эти березки рисовать. Я думала, что у меня никогда не получится именно вот рисовать их. Но когда я начала, смотрю, березка такая, смотрела вот на его картиночки сначала, чтобы осмелеть, камышики там, вот отраженица, красочки, как там, что делать. Смотрю, получается. И когда хочется вот так тихонько посидеть после
нервных всяких этих ситуаций. Успокаивает. Сидишь и этой кисточкой вводишь. Березки, когда уже смотришь, беленькие такие получаются. Приятно так становится. Марина продолжила дело мужа. Говорит, когда она рисует, он словно рядом, за спиной. Подсказывает, как и где нужно поставить ту или иную закорючку. Сейчас, когда я уже работаю, все время вспоминаю, как он делал, как он разводил, что шпаклевание, как красил. То есть все время присутствие вот этого учителя. Он учил детей дома, потому что у нас 3 сына. И сейчас они говорят, все, что мы знаем, все, что мы умеем, весь наш характер, благодаря отцу. Так я тоже, что не делаю, мне все время его слова звенят в голове. Мэри, скажи по жизни весело, Мэри, делай здесь аккуратно, а здесь ты сделала неправильно, а здесь ты не так. А вот теперь ты молодец. Все время мне как бы подсказывает. Этим летом приехал друг семьи художник. Беспокоясь о Марине, он ей позвонил и первым делом спросил, как у нее дела. Они договорились о встрече, и Марина попросила его о помощи придать ее картинам краски. В цвете мне очень понравилось, и я так воодушевилась. И начала тоже цвет этот добавлять, разводить краски. Он говорит, не бойся, бери травянистость, подбирай. Не запомнишь, просто будешь интуитивно видеть сам цвет, который тебе понравится. И, может быть, ты уже почувствуешь это время года, то ли это осень, то ли это весна. И смешивание красок у тебя уже будет интуитивно пойдет, если ты будешь работать. Вот давай я приеду в следующее лето, чтобы у тебя уже были эти работы, чтобы я увидел, что я не зря тебе показывал. Сейчас у Марины немного своих картин, и делает их она не массово, а так, для души. Иногда, когда просят друзья нарисовать что-то, она не отказывает. Бересту привозит, когда едет в гости в Россию или покупает здесь на месте. Берет любую, маленькую, большую, гладкую или с выпуклостями. Использую любую бересту. Потому что есть такие сюжеты на гладкой бересте, получается лучше. А есть, и бывает такое настроение, вот именно вписаться в какой-то нарост, сделать листву, либо пригорок, либо вписаться в помещение, в домик или в церквушку. Поэтому подбираешь по настроению. Больше всего она любит рисовать природу, березки, кустики. Говорит, работа с более мелкими деталями успокаивает. Помещение там уже как-то для меня не так интересно. Мне нравится больше травку, рябинки, кустики, сами березки, листву. Вот это все такая тонкая работа. А потом работа забирает тебя, и ты уже вся в этой работе, в этой картинке, ты уже находишься там, и уже как бы как по маслу оно идет дальше, дальше, дальше. Вот само это состояние мне нравится. Очень хорошо, даже если бы она продолжила заниматься этой видом деятельности, рисовать картины. Мне все время это нравилось, как папа рисовал, смотрел, как он это делает. И помогали друг другу. Даже я, бывало, раньше помогал это. У Марины 3 сына, и они стараются ее всячески поддерживать. Старший сын работает водителем, средний делает мебель. А младший, как Марина шутит, единственный сын, который захотел учиться и стать ученым, биологом. Кроме этого, у Марины есть внук Никита. Ему сейчас 7 лет. И пока у него еще свое представление о мире, он каждый день выбирает себе новую профессию.
И то, чем занимается бабушка, не исключение. Ему все нравится, чем бабушка занимается. Ему очень нравится к нам приходить, рассматривать, садиться, играть на пианино. Но он еще в музыкальной школе не учился, и поэтому один раз так вдохновенно играет и говорит: «Бабушка, возьми листок, записывай». Я еще так посмеялась и говорю: «Композитор сидит, молодец». До того, как стать художником на бересте, Марина многое пробовала. Долгое время работала на ХБК, потом консультантом в косметической фирме. Затем вместе с мужем открыли магазинчик по фэншую и эзотерической литературе. В период кризиса магазин пришлось закрыть. Муж продолжил тренерскую работу по карате и джитсу, а Марина по бодифлексу. Такой график меня уже настолько как увлек, что мне хотелось уже устраиваться на целый день. И я привыкла быть свободной. Тренерская деятельность. Я начала тренировать бодифлекс после того, как семинар прошла в Москве. Получила сертификат. Сегодня Марина работает в фитнес-центре инструктором, а в свободное время по-прежнему рисует на бересте. Сейчас она полностью делает работу сама, от начала до конца. Единственное, средний сын Саша выпиливает ей рамки к ее картинкам, так как сил на такую работу у нее не хватает. А дальше дело зависит от вдохновения. Вот иногда сидишь, допустим, ночью, и не хочется ничего разводить, просто начинаешь березы рисовать и уже успокаиваешься. А ночью тихо, ничто это не отвлекает. То есть ты можешь именно зайти в эту картину, тихо побыть с ней и порисовать. Никогда не повторяется ни одна картина, потому что береста вся разная, как снежинки зимой. Каждая снежинка разная.